Привет всем! Вы на канале Valerie Life. В этом видео я хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления мяса по-французски с бананом. Это очень простой рецепт, и это очень и очень вкусное блюдо. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Я смазываю противень маслом, хорошо распределяю его по всему противню и начинаю выкладывать кусочки мяса. Кусочки у меня заранее замаринованы и уже отбиты, то есть мне ничего не нужно делать. Просто выложить их на противень и подготовить к тому, чтобы поставить их в духовку. Я их немного подсолю, я использую розовую соль. Теперь у меня есть вот такие уже перезрелые бананы. Для этого рецепта это самый идеальный вариант, потому что они получаются очень мягкие и очень ароматные. Я разрезаю пол банана вдоль и выкладываю на мясо. Я не жалею банан, потому что он придает вкус и аромат мясу, поэтому выкладываю как можно плотно. Как раз не осталось ничего лишнего. Все бананы ушли на мясо. В рецепте я использую обычный сыр моцарелла. Девочки, вы можете использовать любой твердый сыр, который есть у вас в холодильнике. Ну вот и все. Я выложила сыр, мясо готово, поэтому отправляю его в духовку. Ну вот и все, мои дорогие. Мясо мы приготовили. Вы сами смогли убедиться в том, что это очень простой рецепт. Поэтому наслаждайтесь, пробуйте. А я с вами прощаюсь. И если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и нажимайте на этот кружочек с красными губками, чтобы подписаться на мой канал. Всем пока и приятного аппетита!